изначальный толчок к тому, что мужчина рождается не малышом, не мальчиком, но мужчиной вообще. Я никогда не забуду, мне было немного лет. Я даже забыл, в каком этом городе это было. Я не помню, может быть, в Тбилиси, в Ереване, может, еще где-то. Мама обратила внимание, мне было лет 10. Мы шли по улице, и перед нами шла пожилая женщина. Группа молодых людей сидела на корточках и курила. И, повторяю, впереди шла вот эта пожилая женщина. Они все встали, спрятали сигареты за спину, подождали, пока она прошла мимо, и сели на корточки и стали курить дальше. Наверное, этому нельзя научить. Это впитано с молоком матери. Это высокое уважение к женщине,